Друзья, всем привет! Вот такая проблемка. Едешь когда в дороге, и у нас вот так бардачок вот тарабанит. Можно вот сюда дополнительные какие-то штучки прилепить. И вот решил вот сюда, купил вот такой вот уплотнитель. Вот сюда мы его сейчас прилепим и проверим. Все, вот отрезал кусочек, прилепил его. Вот так он у нас стоит, мягенький такой. Мягкий. Сейчас закрыли. Все. Ничего у нас не трепыхается. Так он издавал этот замок звук. Все стоит на месте. Вот он такой крепенький, эластичный. Если что, у нас запас остался еще 10 сантиметров. Купил, стоит 3 рубля. Также купил, посмотрел в интернете, как у нас с замками борьба какая идет, там что-то скрип, не скрип. Вот купил шайбочки на 8. Сейчас поставим под замки. Вот когда мы откручиваем замок, вот это вот у нас отходит планка, и у нас здесь вот как бы свободный ход есть. Для этого мы купили шайбочку. Вот сейчас мы ее туда вот подставим и проверим. Вот мы вставили шайбу, еще не затянули болт, а у нас уже все, вот здесь вот люфта нету, шайба стала в размер, дала. Все затянули, все стало нормально. Вот ключик вот такой вот использовался здесь, торекс. Сейчас попробуем, как закрывается дверь. Дверь закрывается сама. Все отлично. Проверим, будет ли что у нас. Сейчас на все 4 поставлю такую штучку. Вот в затянутом состоянии он проворачивается как бы. Сейчас мы попробуем открутить. Вот когда мы откручиваем болт, вот дужка, петля вот это вот отходит, и у нас получается здесь вот зазор как раз на целый этот. Сейчас туда поставим шайбочку. Не знаю, что это дает, но как бы все становится как бы так плотненько, и возможно, какой-то эффект от этого будет. Все, шайбочку тоже установил. Вот она у нас стоит. Шайба. Сейчас затягиваем. И все у нас стоит плотненько. Вот на колесах стоят такие штучки. Вот написано НЗ. Ну, что-то красный цвет мне здесь не это. Я нашел, давно покупал. Вот такие вот штучки. Сейчас мы их сюда, они как раз в размер подходят. Мы их сюда приклеим. У нас будут вот такие вот паучки. К дискам, кстати, подходит такая же паутинка. Где покупал, не помню уже. На AliExpress. Сколько стоит, тоже не знаю. Вот в таком вот мешочке. Сейчас обезжирим и прилепим. Вот обезжирили и приклеиваем. Не знаю, сколько продержится. Ну, сколько продержится, столько и будет. Ничего страшного. Все, пленочку снимем.
Вот такой вот будет видок.